Бизнес для города. Конференция под таким названием проходила в среду в центре «Мой бизнес». Вместе со спикерами, местными и федеральными, участники разбирали, как вести работу в условиях растущей конкуренции. Тонкости и подводные камни анализировали на примере фитнес-индустрии. Бизнеса, который приносит людям здоровье и красоту. Не секрет, что в городе очень большая конкуренция, и многие наши предприятия, предприниматели не знают, как поступить в той или иной ситуации, не видят для себя это как точку роста, не оценивают ее в таком ракурсе. Поэтому сейчас мы будем говорить с предпринимателями, как не наступить на грабли, как не делать ошибок именно в продажах, в маркетинге, ну, в реалиях города. И рассмотрим это на примере фитнес-клубов. Да? Не секрет, что фитнес-клубов много, что именно как раз в насыщенной городской жизни, да, фитнес-клуб, наверное, является той точкой нахождения сил. Спикер федеральный Ольга Киселева. Она президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, основатель сети World Gym в России. Она рассказала предпринимателям о последних изменениях законодательства в данной сфере. За новшествами в череде будничных дел успевают следить не все. Проблем в фитнес-индустрии очень много, начиная с кадров, продвижения, организация пространства, удовлетворение потребностей клиентов. И в конечном итоге это желание сделать женщин и мужчин здоровыми, красивыми, счастливыми. Безусловно, очень важно сегодня это федеральный спикер, который расскажет про фитнес-индустрию, про новинки, про продвижение. Очень интересно послушать Марию Мартынову, которая расскажет, как без маркетинга, без затрат можно увеличить продажи. И, конечно, очень интересен спикер Марина Троицкая, которая поведает новую сторону развития селф-бренда. Руководство центра «Мой бизнес» отмечает, что за этот год интерес предпринимателей к деятельности организации серьезно возрос. Уже сейчас верстается план работы на год следующий. Предприниматели региона приглашают на итоговый форум, который пройдет 18 декабря. Центральная тема так и называется «Мой бизнес. Курс 2020». Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.